Кондитерская фабрика в Сукулукском районе – одно из старейших предприятий Кыргызстана. В конце 90-х здесь выпускали только ирис и карамель. Ассортимент постепенно расширился до нескольких сотен видов сладостей. Сегодня завод производит бисквитные рулеты, вафли, шоколадные батончики, печенье и многие другие изделия. Весь путь от замешивания ингредиентов до яркой упаковки полностью автоматизирован. За процессом и качеством следят сотни сотрудников. В основном это жители Сокулукского и Московского районов Чуйской области. В планах руководства кыргызско-турецкого предприятия масштабировать бизнес, увеличить ассортимент и повысить узнаваемость марки за рубежом. В будущем мы планируем еще расшириться. Мы обеспечиваем работой 300 человек. Это не предел. У нас грандиозные планы. Дай бог, фабрика увеличится и здесь будут работать до 600 сотрудников. Для бесперебойного производства необходимо постоянно обновлять технику и оборудование. С этим компании помогает Российско-Кыргызский фонд развития. С помощью выданных кредитов фабрика закупила линии для выпечки и упаковки бисквита, упаковочные машины и систему для формирования коробок. Всего фонд профинансировал более 3000 проектов среднего и малого бизнеса на 465 миллионов долларов. Российско-Кыргызский фонд развития продолжает поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, также крупных компаний. Сегодня мы посетили ряд проектов, в том числе кондитерскую фабрику «АТА». Средства, выделенные по линии Российско-Кыргызского фонда развития, позволили приобрести компании новое упаковочное оборудование, а также автоматизировать производственные линии, которые позволили увеличить объем выпуска производимой продукции. Кондитерская фабрика поставляет сладости на рынки Казахстана, Монголии, России, Китая, Афганистана, Ирака и Таджикистана. Список экспортируемых стран в будущем планируется увеличить. Сымбат Алмазова, Айгерим Рамильева, Самат Доутакунов, 5-й канал.